мы хотим поделиться впечатлением от нашего путешествия в один из самых туристических городов Испании – Сан-Себастьян, расположенный на северо-востоке Пиренейского полуострова. Заслуживает внимания знаменитая бухта Ла-Конча, имеющая форму раковины, в которой находятся три пляжа города Сан-Себастьян. Чтобы увидеть как бухту Ла-Конча, так и весь город, мы решили подняться на гору Ургуль. Крутой подъем стоит того, потому что дает возможность насладиться великолепием Сан-Себастьяна с высоты птичьего полета. На вершине горы Ургуль расположена крепость Ла-Мота. И спускаясь по северному склону, вы встретите похожий на заколдованный лес и английское кладбище. Сан-Себастьян предлагает пейзажи на любой вкус. Замечательный островок Санта-Клара, изменчивое Кантабрийское море и кокетливые пляжи делают посещение Сан-Себастьяна незабываемым.